Уголовное дело в отношении Амирана Гиаргадзе по факту убийства 4 человек в Красногорском районе передано для дальнейшего расследования в Первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области. Следователями уже вынесено постановление о привлечении Гиаргадзе в качестве обвиняемого в совершении убийства 4 человек заочно, и он объявлен в розыск. В ближайшее время в качестве уже подозреваемого в совершении пособничества в убийстве следователи допросят Шато Элизабарашвили, водителя Гиаргадзе. После допроса следователь намерен ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Элизабарашвили меры пресечения в виде заключения под стражу. Также в настоящее время проводятся обыски в администрации Красногорского района и в зданиях офисов многочисленных компаний Гиаргадзе. Следователи изымают документацию, имеющую значение для расследования уголовного дела, ну и проводят соответствующие следственные действия. Я повторяю, главная задача следователей и оперативных служб полиции на данном этапе состоит в задержании Гиаргадзе. Учитывая то, что на его счету уже 4 убийства и одна из его жертв вообще случайный прохожий, есть все основания предполагать, что на этом он может не остановиться. Поэтому, во-первых, мы призываем граждан быть более внимательными, но и с другой стороны у нас все-таки остается надежда на то, что Амиран Гиаргадзе все-таки одумается и даст о себе знать и самостоятельно явится в любой из ближайших отделов полиции или Следственного комитета. Во всяком случае, если он нас сейчас слышит, мы настоятельно рекомендуем ему это сделать во избежание дальнейших кровопролитий.